Московский Кремль. У псковских соборов встречат их причудливые купола. Изыска, который вы видите в Новгороде, где заказчики выступают, там бояре, да, очень богатые бояре Новгорода, купцы, владыки. У нас очень просто и скромно. Вся тяжесть обороны Псковской земли в 14 веке ложится именно на плечи Пскова. Поэтому скромность и простота. Строен храм из нашей плиты, опоки. Вот эта побелка, ну, обмазка, здесь она, правда, штукатурка. Наши псковские храмы, вот когда мы с вами сегодня будем в Печорах, нижний ряд иконостаса носит название «Незвичин». Здесь выставляются иконы наиболее почитаемых святых. Здесь на западе Троица. Вот вторая, с правой стороны, икона Троицы Ветхозаветной. Вы видите, да? В нижнем ряду иконостаса. Дорогие дамы, если мы приходим к нам, мы должны всегда стоять с левой стороны. Образ Пресвятой Богородицы, сидящий на престоле как Царица Небесная и Царица Земной, нам наконец-то рассветлый пятион. Мария была земным человеком, да, в семье младенца Иисуса Христа. Мужчины всегда стоят справа, но почетное место. Здесь выставлялись наиболее почитаемые иконы, чудотворные иконы, мы одну сейчас с вами не видим. Но, как говорится, много вам жизни дарит вам факт. Это та самая икона Колпаковской Божьей Матери, которая несколько лет тому назад изменяется уже на Кангабрусе. Они отселились через границу, а потом российская правительство купила, она находилась в этой коллекции, и все вернулись. И произошло чудо. И то, что казахская родина, которая условия поставлена, она должна быть действующей правильно. Она обновилась. Вот что со вспышкой фотографии девушки? Со вспышкой не надо выключить эту вспышку. Я же предупреждаю. Пожалуйста, будем соблюдать все правила. Значит, второй ряд, значит, это икона, вот, когда наша душа забивает брак. Внешне внутренне, то всегда в культуре приходит эта икона, это заступничество Пскова по Божьей Матери. Второй ряд икона, это праздник. Я не буду вам сказать, это праздник. Я не знаю, что это.
Ох, какая красота! Это река Великая, да? Да, только название великолепное, да. А, там видите, даже дороги. Все ровно, ну все. Интересно. Вы знаете, мы там будем, вы будете... Пожалуйста, вот так вот она болтается. Троицкий собор. В Кремле. Да, в Псковском Кремле. И река Великая рядом. Красиво вообще-то. Представляешь, какие глубокие рвы здесь? 7 метров. Мощные стены. Да. Кокошники, все-таки они резные, да? Да. О, уже без 10:03, между прочим. Здесь было здание? Псков горело. Псковский Кремль, башня сгорела. Давай,
Вот. Да понятно, гадина. Да, с такой машиной идти нагло.